идеальный секретарь. Правда, это работа не для тебя. И почему же она не для меня? Ведь ты училась на актрису. Это была только фантазия. Да. Реальность оказалась другой. Мне нужна секретарша, говорящая по-английски. Я прекрасно знаю английский. Имеющая опыт редактирования. Он у меня есть. Я пишу без единой ошибки. Знающая компьютер. Этому я научусь быстро. И главное, чтобы красиво сидела у меня на коленях. Это займет немного больше времени. Но я обязательно научусь. А поскольку я вешу немного, то обузы не буду. Все равно, актриса не должна работать в конторе. У меня есть друзья в мире искусства. Может, я лучше тебе помогу через них? Это лучше, чем сидеть здесь целыми днями. Я вас благодарю очень. Но повторяю, быть актрисой – это только мечта. Я хочу стать секретарем. Как моя подруга, Наталья. Ты знаешь, что с ней? Мне рассказали. Это правда самоубийство? Да. Но я бы не хотел говорить об этом. Вас это очень огорчило? А почему вы не были на похоронах? Не смог, уезжал из города. Я отправил деньги семье. Отправили деньги. Антонелла, учитывая то, что было между нами... Между нами ничего не было. Пока. Я еще не сидела у вас на коленях. Мы ведь с тобой на «ты». Я очень понятливая. Я понимаю, как надо разговаривать с шефом. Я не буду твоим шефом. Я не беру тебя к себе. Серьезно. Ты мне нравишься. Очень нравишься. Но я не хочу воспоминаний о Наталье. Если так, клянусь, никогда не называть имя Натальи. Ты ничего не поняла. Ничего вы не поняли. Мне нужна работа. Нужна. Вам нужна секретарша с постелью. Вы так привыкли, да? О чем ты говоришь? Когда-нибудь вы это поймете. Клянусь вам.